иметь за серию сюжета телепрограммы «Законный интерес». Диплом получает Александр Лобыкин. Категория «Областные и региональные выпуски общероссийских газет». Победителем признана областная газета Тюменской области. Диплом получает главный редактор. Всегда вместе, рядышком, шефник наш. Регион Тюмень за цикл программ «Голая правда. Истинная правда прокуроров Тюменской области». Автором и ведущей программы является Людмила Губанова. Спасибо. Мы с вами тоже всегда рядом. Мы и микрофон, и рядом с вами прокурор, это, по-моему, не оценивается. И голая правда. Категория «Областные и региональные выпуски общероссийских газет». Победителем признана областная газета Тюменской области. Диплом получает главный редактор. Информационное агентство «Сетевые издания» бессменным победителем на протяжении 5 лет является информационное агентство «Тюменская линия». Диплом победителя получает Евгений Бабенко. Хороший, здоровый вес прокуратуры набрала, хороший авторитет. Мы наслушаны уже очень много добрых слов и благодарности о работе сотрудников прокуратуры города. Поэтому, Павел Мансурович, я думаю, что это так сказать только начало, да? Поэтому еще раз спасибо. В текущем году, после того, как создали прокуратуру города Тюмени, первым делом мы начали налаживать должное взаимодействие со средствами массовой информации. Выработали совместные пути взаимодействия, в частности, долгое время. Даже, знаете, такую форму взаимодействия, к примеру, с нашим городом мы выработали. Вопрос-ответ. Достойно растет сын, и я думаю, что будет также достойно дальше, в том числе и взаимодействие. Спасибо. 15 февраля приказом прокурора области был назначен исполняющим обязанности. Как раз пришел, первым делом встретились с руководителем нашей всей. Всех СМИ встретились, обсудили и начали взаимодействовать. И постоянно у нас и во всех газетах, и везде.